77 миллионов за ремонт и строительство новых дорог задолжала городская администрация Дорремстрою. Принимать дорожные работы чиновники не спешат и постоянно находят новые отговорки. Об этом на еженедельном совещании при губернаторе сообщил руководитель предприятия Владимир Низьев. Сегодня Дорремстрой завершил 99% работ в новом квартале на Авиаторов. С нуля дорожники отстроили несколько километров дорог, тротуаров и ограждений. И пока не получили за эти работы ни рубля. По словам первого заместителя мэра Наринмара Александра Бибенина, у города на неоплату работ есть видимые причины. Внесение изменений в проектную документацию, где-то экспертиза проводится. То есть вот так голословно заявлять, значит, давайте соберемся и посмотрим. Мы вчера обсуждали, сидели этот вопрос, значит, есть претензии. Со всеми претензиями и разногласиями глава региона Игорь Кошин поручил разобраться как можно быстрее. Позиция у губернатора однозначная. За выполненные работы необходимо платить вовремя. Работам давайте мы будем вовремя оплачивать. Хорошо. Не надо предприятие засаживать в ямы. Понимаете? Сколько уже можно вот этого? У меня такое чувство, как будто специально вы это делаете. Одно предприятие пытаемся вытащить, понимаешь? Пытается хоть что-то сделать, бесполезный номер. Пора уже из округа чиновников делать округ с